ходе проверки установлено, на протяжении 16 и 17 годов в конкурсе с ограниченным участием организовывали, которые больницы по требованию профильного министерства, учреждения здравоохранения заключали контракты исключительно с компанией «Альтернатива». Сумма 257 миллионов. Начальные цены по соглашениям формировались больницами на основании коммерческих предложений, полученных по запросам трех аффилированных друг к другу организаций – «Симбирск Клининг», «Логистик» и «Альтернатива». Первые две участия в исполнении контрактов не принимали. Прокуратурой также установлено, что руководителями больниц не проводилось изучение рынка по услугам горячего соцпитания. Предложения по стоимости не запрашивались. Региональному бюджету причинен ущерб практически 51 миллион рублей. Прокуратура Ульяновской области направила материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по пункту В части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.